Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на моем канале. Сегодня хочу вам показать орхидеи. Свои, ну, это дендробиумы. Они у меня давно уже. Ну, вот такую красоту. Представьте, распустился дендробиум у меня и дал две веточки. Прям вот сейчас. Видите, с серединки. Две вот такие шикарные, красивые ветки. Вообще просто красота. Тут еще, получается, еще один цветочек вот распустится. Вот такой вот красивый. Так вот он у меня цветет в первый раз. Именно чтобы две ветки и такие прям пышные, большие цветы. Вот, посмотрите, на каждой ветке. Сейчас попробую вот так еще перевернуть. Вот оно с этой стороны. Видите, какая ветка. И здесь вот большая. Ну, так лучше, так красивее. С той стороны. Ничем не удобряю. Абсолютно. Начала немножко по-другому поливать. Раньше я раз в неделю погружала воду, просто в тазик с водой, он там стоял, как бы, ну, цветок полностью. Сейчас я начала просто поливать. Я проливаю сюда водичкой, она остается на поддончике, и вот эта влага там, то есть пока сама не высохнет, не испарится эта вода. Мне кажется, за счет этого он так вот хорошо распустился. Ему как-то, мне кажется, вот этими погружениями, наоборот, влаги не хватало. Вот, ну и лист вот этот вот большой, прям такой тоже стволик, конечно. Но очень красивый, очень. Вот. Красота просто. Ну, я в восторге от него. Стоят они у меня на верхней полке, на окне. Сейчас покажу другой дендробиум, он только начинает распускаться. Вот. Вот это вот погрызено, это еще от попугая осталось. Это уже отцвели. А вот новые идут. Вот. И тоже здесь, получается, он стоял наверху, и листы вот так слиплись. Я сейчас вот достала, смотрю, вот его, видите, разъединила потихоньку. Вот. И он здесь у меня, сейчас покажу, получится, обломился. Видите как? Но он сросся, и дальше, получается, цветет. Вот распускает цветы. Цветы сейчас, вот видите, какие тоже красивые идут. Но сейчас разъединила как раз, и что я увидела тоже. Смотрите, сейчас, вот она, еще одна ветка, бульбочка. Ну, вот будет не бульбочка, ветка, и будут цветы расти. Надо будет теперь за ним приглядывать, потому что, видите, как вот сейчас, оп. Какой лист помятый. Вот. А стоит просто наверху, и он упирался в стекло. И, видимо, как-то вот, наверное, этой частью, что лист не распустился. Вот я распустила один, второй. Вот он. Вот так вот. И как-то вот здесь вот он соединился и дальше питается. И сейчас это что ж... Вот. Ну, в общем... Тоже будет полностью вот цвести. Вот, цветочки вот такие вот тоже красивые. Ну, буду наблюдать теперь и за второй веточкой. Ну, конечно, не получится так красиво, как это растение, да, две ветки одновременно. Но здесь, получается, одна за одной пойдет. Хотя цветы он долго держит. Возможно, успеет вторая веточка тоже прорасти, распуститься. Ну, посмотрим. Но это пока вид, конечно, такой. Ну, хорошо вовремя заметила. Я говорю, он у меня там прям высоко стоит в углу. И вот, вот сейчас еще раз покажу. Видите, как? Вот, он обломался. Но он именно внутри, когда рос, он сломался как-то. Но, тем не менее, все равно... Растет, распускается. Вот.
Ну, здесь, конечно, красота неописуемая вообще. Шикарно просто. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Ну, в общем, да, по скриптум. Сейчас орхидеи я не погружаю в воду, а начала проливать. И оставлять воду в поддоне. И буду смотреть, как они себя будут чувствовать. Дендробиумом так я смотрю, что нравится. Вот. Все, всем пока.